Бурлинский колледж отмечает 70-летний юбилей. За свою многолетнюю историю Дотачак образования выпустил множество отличных мастеров своего дела, открыл дорогу в трудовую жизнь специалистам разных сфер. На сегодня Бурлинский колледж готовит специалистов самых востребованных профессий на рынке труда. В данное время в учебном заведении с 70-летней историей образования и практические навыки получают 350 студентов. С ними работают 30 преподавателей. Хорошее базовое техническое профессиональное образование можно получить у нас. 70-летняя история учебного заведения является тому свидетельством. Ну и самое главное, воспитательная работа нашего учебного заведения основывается на принципах демократизма, развития творческих способностей, физических способностей наших молодых людей. В колледже предусмотрена воспитательная работа и возможность саморазвития учащихся. Работает клуб «Дебаты», оказывается психологическая помощь, проводятся тренинги. Для приезжих имеется общежитие. Многие студенты колледжа – активисты и лидеры молодежных движений. Сейчас мы готовимся к участию в программе World Skills. На практике будем защищать свои проекты. В будущем я намерен освоить свою профессию электромонтера во всех ее тонкостях. Хочу стать востребованным мастером своего дела. В ходе праздничной программы чествовали ветеранов колледжа, провели массу встреч и мероприятий. Это одно из крупных учебных заведений области. За 70 лет более 20 тысяч человек получили здесь образование и сейчас вносят свой вклад в развитие региона. Я тоже закончил этот колледж в 1987 году и продолжаю работать в сфере энергетики. Огромная благодарность моим преподавателям. В завершение юбилейной встречи были награждены лучшие педагоги и студенты колледжа. Алмагуль Джампиисова, Марат Джумагалиев, Армат Рахмеджанов, телеканал Акжаик.